Привет, это мой первый стрим. Привет, я начинающий стример. Спасибо, что пришли, это мой первый стрим. Пацаны, с хавкой прекратите. Я думал, это на конкурс скидывают, а это хавка. Еще даже не готовая. Уже показывает. Терпеть не можешь, да? Так, окей, окей, это выключаем. Так, пацаны, что еще раз считаете насчет пирамиды и скорости света? Я не увидел ваш ответ. Что еще раз вы насчет этого думаете? Что ты делать будешь? Я пропущу шизуху, если пойду сейчас в душ. Нет, ты не пропустишь шизуху. Подожди. Это реально модные трусы плавки для плавки. Подожди. Это реально? Я хочу. Так. Дима стримит сейчас. Ой, я не могу даже, блядь, нормально донаты почитать. Ой, я не могу даже донаты почитать, пацаны. А, давно не было твоих шизо-стримах, когда разгоны будут. Так не сегодня, это не сегодня. Снится сон, снится каких-то похоронах, похоронится кухня. Давай в холодусе рыться вместе. Нашли курицу, гриль, мазик, все дела. Так, а ну-ка. Только принялись намазывать, тут заходит дед-хозяин. Но мы на подоконник положили курицу с мазиком и сели сверху, типа общаемся, сидим. Потом жопы жирные были, но мы все-таки довольны и счастливы. Хороший сон. Так. Понятно. Камикадзе, ты до сих пор играешь в это? Что у тебя донаты офнуты? Офнуты, капец, я их дам. У меня же новая винда, я не настроил. Про донаты забыл. Сейчас я попробую зайти, конечно, туда. Так, это каким-то образом мне надо вот так, наверное. Сейчас попробую. Нет, это не то. Нет, это не то. Так, через другую платформу, давай через YouTube. Получится, нет? Да, получилось, есть. Чего там донатили уже? Что за хуйня? Подожди. Кто-то очень сильно задонатил. Подожди, 07 это когда? 04-07. Деймос, привет, Макс, удачного стрима. Наконец закончил 4-летнюю ебаторию. По косарику за каждый год и бал в дипломе. Деймос, 4000 мне скинул просто так. Прикинь, просто так. За то, что закончил учебу. На кого учился? Деймос, я тебя помню еще, когда ты был в школе, когда ты не учился, когда не было в этих институтах. Как, на кого отучился? Как зарплата? Нормально все? Спасибо большое за деньги. Так, Punishing, Grey Raven. Все, давайте выбираем. Беременная в 16 или... Хоррор-игра. Максим, ты самый смешной человек в мире. Я? Спасибо. Макс, получил пермач на твоем стриме по Диабле. Разбань, пожалуйста. Вроде хуйню не писал. Ник Вуди Гуди. Вуди Гуди, разбаньте, пожалуйста. Он вроде хуйни не пишет. Хорошего стрима, спасибо заранее. Спасибо большое, Вуди Гуди. Слушай, Вуди Гуди, это не тот сепаратист, который постоянно маты в чат пишет. Разбаньте, пожалуйста, Вуди Гуди. Как ты? Давай рассказывай. Го посидим, попиздим, я тут только пришел. Давай, садись. О, конкурс 1000 на ИПА. CUB. Спасибо большое. ИПА засчитано. Алкохимик скинул 2 рубля, говорит, сидел в баре, тусил с русскоязычными здесь, в АОЭ. А, так, блядь, алкохимик из АОЭ пишет, это что, серьезно? А тут ты подрубил, ну я сразу и рванул домой, прохожу рядом с индусами, слушаю стрим с телефона, а тут как заорешь, я не так заорал, я охуел, представляешь? Я не так заорал. Так, тебе еще нужны и обложки на Сирус, да. О, дед Максим, о, спасибо, о, дед Максим, спасибо тебе, спасибо. Спасибо тебе за деньги, за донат, дед Максим, спасибо. Сейчас я посмотрю, что тут. Yes, I'm over 18. О-о-о, и арты по Вовке уже подошли. Вот этот хорошо получился. Серьезно такой пуг. Забавно, да, что Пуг это, короче, одновременно и собака, и в Вовке так называют, короче, залетного, когда ты играешь, ну, в пати непонятно с кем, просто пугов возьмем, типа этих, блядь, барбаросы или как их зовут, лабрадорсы, ой, ну, этот, собака, которая с мордой, которая мой этот хэштег, не-не-не, как она называется? Мопсы, ёбаный в рот, пацаны, вот это у вас память хуёвая.
Помнишь игру про инопланетян, которая она через два дня релизится в Стиме? О, игра про серых через два дня в Стиме. Есть. Спасибо большое за АИ-арты. Но подожди, ты рано. Будет конкурс по АИ-артам. И надо будет всего лишь один, а не целую пачку. Пачками я оценивать не буду. Я понимаю, что и ничего не стоит сделать целую пачку. Слышишь, это не может быть правдой. Шорты с купатами сырыми. Еще вот этот вот так вот лежит здесь. Я бы купил, отвечаю. Не, не может быть правдой. Или ты видел эти шорты? Да, ладно. Это купаты. Тебе не нравится? Я бы оделся модно так. Да, фу, ужас. Я вообще не уверен, что такое можно на Твиче показывать. Так, я думал, говорит, ты всегда в таких. Знаете, что еще? Смотрите, что еще есть. Давк, история приключения в другом мире. Какая-то игра. Давайте скачаем пока что. Она еще 18+. Загрузка пошла? Есть, загрузка пошла. Так, здесь идет. А почему? Все, здесь хорошо, здесь все отлично. Так, сейчас попробуем. Если бы я раньше узнал про этот тест, то не по... Так, румсы? Стрим. У этого 1 000 000 лайков. Нам надо это смотреть? Что это? Это живот? Это беспонтово было. Я ненавижу Аллу Борисовну. Я ненавижу Аллу Борисовну. Так, сейчас я вам скину. Я ненавижу Пугачеву. Килограмм говна за 25 секунд. Ссылка вам. Ссылка вам. Сейчас я начало такое похоже. Очень красиво спел. Очень дед красиво спел. Опять какой-то стрим. Не, нога отвалится 100%. Ой, фу, ебать, фу. Probably not. Good pod protocol. You store them in the box. Do not decant them. Do not decant them. Какое-то говно. Look. That's fire. Куда они там, какие-то пожары заезжают? Whoa, I need to go. Yeah, go. Can't see anything. А зачем? Haul ass, bro. Go. Че, раз зачем они туда едут? Опа. От китайцев в ТикТоке просто так не избавиться. What if I show up to the airport with this? Do they let me board? Он пойдет в аэропорт с сумой. This is my small bag, Ryanair. What if I show up to the airport? А что, все? What's possible when you smell like Old Spice? Truly, everything.
все. Но у меня высокий IQ. Я интеллектуально... Mobile Legends, Bang Bang, пацаны, кто со мной играть будет? Ну... Ладно, нормально. Донаты включить? Сейчас по бырику можно сделать. Такс. Тогда давайте пока включим вот такую вот вещь. Так, то здесь скачается, это скачалось. История приключений, да, в другом мире, да, в истории. Дата. Так, давайте вот так сделаем. Я просто на рабочий стол вкину. Вот что такое? А, ну-ка. If a helicopter's going sideways, it's got a speed, it slows down because there's inertia. This thing's not, it's like just kind of moving up, down, left, and it's crossing over it, it's going up, kind of... So now we're like, what the hell is that? This was not. Это, короче, мужчинка, вот этот, это какой-то военный, и он то ли, короче, какой-то летчик, то ли на корабле где-то. И они увидели, как тик-так над водой, да, туда-сюда ходит. Like, он рассказывает, и он отвечает, что не пиздит. Up down, left, and it's crossing over it, it's going up kind of for us. It looks like if you took a 737, put it about 15-20 feet below the water, so the waves breaking over the top, and you're gonna get white water where the plane is at. We see the white water, and that's what draws our eyes down there. Otherwise, we'd have never seen it. So then I go, hey, I'm gonna go check it out. And the other pilot says, I'm gonna stay up here. She can watch me and the Tic Tac, so she gets a god's eye view of everything that's going on, which is really important. Some people go, what is that? And they run. I wanted to get closer, see what it was. The Tic Tac goes. Он решил подлететь поближе, посмотреть, что это. Towards the west and starts coming up. So obviously knows that we're and starts coming up. So now it's mirroring me there. So as we drive around, it's coming up and I'm just coming down. I'm just watching it. So I get over to the 8 o'clock position and I'm a couple thousand feet above it. I'm looking at this thing and I'm like, oh, I've got enough altitudes. I'm gonna cut across the circle. I tell the guy in my back seat. And as I come up, I can see him as he's crossing in front of me. It starts to accelerate and gets right on my nose. Dude, I'm gonna do this. He's like, go for it, skip, because I was a skipper. So now I'm basically pointing back towards east. So I'm cutting across. So as I do this, it goes, as it crosses our nose, it accelerates and literally in... Понимаете, в чем шутка? То есть вот мы сейчас как шизы, да, но конкретно я как шиз, да, вот эти все видосы смотрим, проверяем, как-то обсуждаем, думаем. А вот когда вот через вот буквально, через вот один вот еще один месяцочек, один годик еще пройдет, и они все-таки признают, что это все по-настоящему, я отвечаю, так и будет. Придется все это пересматривать уже как документалку, уже как реальные события. И вот тогда реально думать башкой. Less than, you know, probably less than a half second. It just goes and it's gone. Yeah, because we're flying back and we're talking to him and he's. Он не врет. Это белый, богатый, взрослый мужчина. У него есть семья. Я думаю, что он не врет. Он очень богатый, конечно, пилот, военный пилот в Америке за это платит бабки. Я ему верю. Так, это сюда. Такс, это пока здесь было, это здесь включаем. Такс, беременна. 16. 3 недели назад, 6 лет назад, 6 лет назад. Жду ли чада из ада? Ну, кстати, чада 500 тысяч в месяц на рестораны она жрет неплохо. Так, 300 тысяч на ботинки. Ну, по-моему, это херовые, да? В смысле, само шоу херовое, это чада из ада. Ну, не знаю, тут есть одна беременная 16, мы ее зачекаем. Это острый, а потом узнаем, что будет дальше. И бургеры с говядиной. Сейчас настрою оповещение на стримы. Ой, фу, бля, на донаты. Шара, пшел отсюда! Подожди, что? Еще раз. Острый бургер из говядины. Петушара, пшел отсюда! Офигеть! Точно остро! Сделай остро что угодно, только в Бургер Кинг! Что, блядь? Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется... Это все перезаливы, это не новая серия, пацаны. А новая серия есть? Пацаны, а есть новая серия? Вы точно? Все еще впереди. Но
Я про нее ничего не помню. Взрослая жизнь начнется раньше. Уникальные истории девочек-подростков из разных уголков страны. У каждой своя жизнь. Я не помню ни одной из этих лиц. Давайте посмотрим. Максим, ты забыл включить сохранение водов на Твиче, нету прошлого стрима. Да, я его опубликую после этого. Странная тема, не знаю, куда оно делось. Кальные истории. Так, новую Коли смотрели с Куфа, ты дальше ненавидь Яблу. Окей, 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 скажи, какая была новая, которую вы у Коли смотрели? Ага. Ну-ка, сейчас проверим. Беременна, 16... На UTV. Ну-ка посмотрим. Сезон 6, выпуск 6. И свой выбор. Где вообще его телефон? Я хочу посмотреть, с кем он общается, когда меня рядом нет. Это актер, который в этом, в Кише снимался на барабанщике? Но тогда я не знала, что на самом деле Андрей от меня скрывает. Что это такое? Что это? Ты мне объясни, что это такое? А что там? Это от головы. Как, от какой головы? Что ты врешь? Сюда, да? На. Ты что делаешь? Андрей, ногу! Андрей, успокойся! Вы что творите? Какого таблетки ты раскидывай по дому? Не кидайся на нее! Нервничай, иди. Ну а что она накинулась, какой-то бред несет, подруги какие-то? Что-то странно. Слушай, а что, она сама не хочет, хочет сказать? По ее внешнему виду я уверен, что она очень хочет. Правку, что она беременная, с печатями. Умно. Вдвоем с Андреем в кафе. А друзьям просто сообщить по телефону. Сначала я позвонила Венере. Привет. Мы, короче, расписались с Андреем сегодня. В смысле? Ну, вот так вот. Мы их все. Давайте новенькую, раз вы эту видели. Хотя я не видел. Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16. Все. Взрослые. Сразу. Ой-ой-ой-ой. Все, делаю оповещение на донаты, ребят. Сейчас будет. Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города на Волге, Саратова. Свой город я не люблю, потому что это мегаполис. А мне городская суета, толпы людей и потоки машин совсем не приносят радости. С самого детства я хочу жить в деревне. В деревне спокойно, там природа красивая, есть свобода контакт, там. Спасибо. Стать свободной – моя главная мечта. Потому что я больше не хочу жить с родителями в одной квартире. Мои родители – это мой отчим Игорь Александрович. Ему 55 лет. Видели? И он работает шофером. Получает 30 тысяч рублей. Видели, да, смотрели это. И что, новых серий нет? 5 способов перестать смотреть все выпуски. Перестать заедать стресс. Доступно к просмотру. А, блядь, а три недоступны. Интересно, по какой причине? А, скорее всего, я знаю. Решилась пойти к маме. Может быть, она поможет? Эту видели, ребят? Все-таки найдет средства на это. Например, возьмем... Эту видели? Было, было. С пивом сегодня нет. Все видели. Да ну что за хуйня с вами происходит? Значит, эту будем смотреть. Эту я не видел. Если все было. Может, говорит, все-таки тиктоки? Да тиктоки я боюсь. Swapping my bald dad's coffee for caffeine shampoo that prevents hair fall. Time to empty all of the... Следующий. Шаман? Я русский! Так, сейчас. Так, это что такое? Да соцсинтыски, давай же, вроде нет.
First raccoon I ever tried Dorito. Hold on, bro. You good? Damn, he about to sneeze. I'm out of here. Hold on. He about to sneeze. Спасите ракету. Такс. Угу. Это вот такое ты смотришь? Ну, слушай, что попадается, то и смотрю. Я, если честно, не выбираю. Блин, ну тут до соцсети скинули. Этот человек в охуенном состоянии, только немного гарит, там, жижку залить и все. А ты нам предлагаешь за 500? Да он с магазина стоит, косарь 800, не пизди, дядя. Такс. You realize that maybe you're a little different from other kids. Дед Максим закинул, да, вообще, ебать. Well, I'm a little taller, you know. A little bigger, you know. You say Beetlejuice мне очень нравится. Кто знает этого персонажа, это вообще угар. Это вообще угар. Это куда лучше, чем все из этого ряда. Тот, который какой-то там турок, который постоянно орет и вот так вот показывает, типа, шею, типа, перережет. Потом среди этих хасбиков и прочего-прочего, Beetlejuice это вообще просто золото, голд. I don't know if it's just me, but in my opinion, retro-style games are more fun and appealing. Mm-hmm, and in Hiker, yeah. You're actively surviving waves upon waves of enemies. And these enemies... Чё за игруля? Поиграем обязательно. Да, ретро-геймс, ретро-графика для игр куда лучше, больше подходит, чем реализм. Реализм — говно. Политику не хочу трогать, но Гуф — это что-то типа этого... как его зовут? Долгопрудный, блядь, а как он? Мудак этот, блядь. Ну, которого закрывают постоянно перед выбором. Провокатор этот. Навальный? Да. Кто? Да. Кто? Чё? Как кто он? Что? Гуф. Гуф мужик. Охуенный. С кем ты его сравнил, про что он сказал? С кем ты сравнил? Не, Гуфа ни с кем нельзя сравнивать. Гуф — это Гуф. Ну ты только что его сравнил. Ты, по-моему, перепутал. Ты сказал, что Гуф как Навальный. Нет. У меня это записано на камеру. Смотри. Политику не хочу трогать. А вот это что такое? Очень хочу туда, очень хочу туда. Так, Дишкан скидывает. Знаешь, коричневенький красивый парень. Это ночной кошмар. Они вообще живые или это декоративные? Так, да соцсен, мой любимый, блядь, давай. А, подожди, ты еще раз скинул? Мы только что смотрели. Отец бразильского фонка, давай. Vila Mudanças, mais uma vez, sexta-feira, dia 2 do 6 de 2023, às 4 horas da tarde, essa vai pro Caio, ó, dancinha, tu, tchá, tchá. Dugucha, tudu, cha, cha, dugucha, tudu, cha, cha, dugucha, dudu, oi, o passinho do Maguila K, geladeira na mão, ele manda o passinho e não solta com a mão, então vai, vai, dança o passinho, vai, vai, manda o passinho, é o passinho do Maguila, é o passinho do trio, oi, oi. Он сказал Maguila? Так, сейчас посмотрим, что тут. О, хорошо. Ссылку, пацаны, ссылка в чате. Кто это постил, ребят? Запостите еще раз для ребят в чате ссылку. Блин, мне так этот трек нравится. И даже когда он и медленный, и оригинал, и спидап, и реверб, все его вариации мне заходят. Че за... Еще раз он? А, спасибо за ссылку. Спасибо за ссылку. Почему не шизострим? Слушай, на шизострим мы не готовились. Сегодня вообще другие планы были. Че там, кстати?
Ну и 67% еще. А, блин, а Distress Puppy уже ушла, я так и не посмотрел, до какого числа продлить конкурс. Как, до какого числа это сделать? Вообще крутой трек. И видос. Иди на. Иди нахуй. Так, давай посмотрим, что вы мне еще тут скидываете. Скидывайте. Алло. Блять. Что, больше некому трубку снять? Алло. Блять, хуя бомбу не дало? Что? Какой-то, блять, это, терроризм. Так, дальше что тут? Это что? Блин, на Твиче нельзя. Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. Oh my god! Фух, слушай, ну слава богу, без бана. Знаешь, что меня удивляет? Рикардо, значит, запретили на Твиче, а Дрими Була нет. Hello, everyone. Так, что тут, шорт? Ой, громко. Так, Чинварди, бля, все-таки я думаю тебя забанить. Все-таки мне это надоело. Так, что тут дальше? Шайгу! Герасимов! Ладно, я не буду это смотреть. Так. Нормально, спасибо. Ссылку? Я просто уже не разбираюсь, это какой-то пророссийский мем или нет, это мне непонятно уже. Alright, I know you're not supposed to learn about like drag history or anything, right? So... Так, что скидывайте? Так, это давай. Так, Имгур, давай. А, это не Имгур. Это майбокс какой-то. А что такое? Я наперекур. Ебать! Can you blow my whistle, baby, here we go. Yeah. Так, next. Что тут вы мне скидываете? Следующую. Они забили 100 детям, 3 спортсмена, круто. А, круто. Так, следующее. Тони Морган. Так, юзер, что это? Блять, нет, я не буду это смотреть. Сволочь ты такая. Что ж ты мне скинул? Блять, как теперь определить, кто это был? Да пошли вы нахер в натуре, козлы, блять. Дальше смотрим. So, I'm gonna show you a painting, and this is very funny. Hobby-Man. Da planito in testa ho vive красиво поет и я теста in testa ho vive он сам плачет и меня заставил. Подожди, у него еще есть хорошие.
Always won I be like, I be swaying below, double even, double eye, rebel I was alone, always fun, I be alone. Красавчик. Красавчик. Так, с... Это что? Чикот, это ты? Какая играется. Вот камеру себе новую взял. А вот он у нас тот, вот Лёшка играется. Давай, давай, молодец. А тут у нас, ну-ка, тут у нас Людочка кашеварит. Давай, давай, молодец. Так, ну-ка, тут у нас вот он, папа, папа, привет. А вот он я, пожалуйста, вот он я. Ну-ка, такой. Че это, бля, было, пацаны? А, Мозамбик, так, алкохимик скидывает фоточку, говорит, второй Моник еще не привезли. Где второй Моник? Ты покажи эту картинку Ченуарди, пожалуйста, чтобы он понимал, что мужчина в свои 37 лет делать может. Эй, батя, да где в такой доставке тебе такие перцы накладывают? Ого, пацан, ой, какие перцы в каждую пиццу. Ой-ой-ой-ой. Перцы дымятся. Ченуарди кончают. Так, сейчас посмотрим, что еще тут. Перцы очень сильные, брат. Я такое впервые вижу. Так, последнее сообщение. Так, дайте мне, пожалуйста, прочитать донаты. Дед Максим, тебе все еще нужны обложки на Сирус? Да, нужны. И спасибо, дед Максим. Спасибо большое, что ты есть. Максик, это я же за файл редачил. Объясню, почему версий много. Мы с Бисквитом сначала связались и договориться не могли, поэтому так много вариантов. Последний вариант самый полный. А какой из них последний, брат? Где мне взять самый последний? У кого? С пробежки вернулся, вкусно покушал, пост держим всем коллективом на заводе. А ну-ка. Ну да, выглядит здорово. Ну да, гречка, брокколи. Ну ничего, ничего, потом помоете. Максон, салам, расскажи, как диплом писал. Мне 10... Я не писал диплом, я его сразу сдал. Мне 10 числа нужно сдавать на проверку, я хуй знает, что писать в практической части. Не знаю, братан, у меня был универ, где нужно быть просто не отморозком, чтобы все сдать. Чекни ДС от меня, там шизоконтент на пиксель-бота накопал. Это срочно, алкохимик, давай, проверяем твой... Проверяет мой... А где? Дискорд? Проверяем твой контент. Ох, и пиццу ты себе заказал. Интересно, сколько она стоила? Ой, она и хорошая у тебя. Чё-то я в последнее время... Чё там? Ну-ка. Чё-то я в последнее время пиздец злой, на работе грузят, на экзохвощение фартит. Хорошо, что ты подрубил, расслаблюсь хоть. Не могу ругаться матом в чате заранее. А, не, можешь, можешь, Хансосич, можешь, можешь. Я понял, что ты можешь. Можешь, можешь, конечно, ругайся, ругайся. Пиши маты мне в чат. Обзови меня. Так, что-то тут происходит еще, это что такое? Три богатыря или очень страшная сказка? Даешь урожай. Ой, это что тут такое? Есть такая игра? Великолепная игра актеров. Магномедиа. А есть такая игра? Я бы поиграл. Заранее извиняюсь, это мы поняли, кстати, но с грилем баловался недавно. Оцени, ну-ка давай, что ты там на гриле смог сделать? Гриль с крышкой я не вижу, да, вроде с крышкой. И знаешь, я сделаю такой же гриль, только из газового баллона. Маслины, оливки, вот это ты любитель. Это, кстати, съедобно получилось? Скажи честно. Долгое время смотрел нарезки на ютубе, потом перезалив. Это Сулла пишет. Это новый пользователь, если что, Donation Alerts. А вот теперь и до потери донатной девственности дошел. Это правда. И знаешь, что я хочу сказать? Ты скатился. Все, я понял. Пошел нахуй отсюда. Салам алейкум, дядя. Спасибо, что прочитал текст песни Whistle Baby. Я охуел просто невероятно, просто пошлость. Лютая песня для дрочки. Пошли смотреть на Милф. Пошли, пошли. А ты про Whistle Baby не знал?
Я про Whistle Baby давно думал рассказать, что это такое вообще за трек. В любом случае. Пожалуйста. Теперь ты знаешь. Макс, когда за стрим, я каждый раз на протяжении 3 недель захожу к тебе и надеюсь, что ты наконец-то откроешь нам глаза. Как это понимать? Тебе тупые писюхи дороже просветления своей аудитории? Ну, не дороже, не дороже. Но мы почти у цели, почти у цели. Так. Все вниз. Когда FF14. Какие писюхи? О каких писюхах он вообще говорит? Долби, долби. Смурфика, я смотрел, мы смотрели на стриме обложки. Или его не было в этот момент. Смотри, как ему понравилось. Ты что творишь? Не забирай, не убирай. А Добил даже не обратил внимания. Черепаший секс, я это называю. Говорит, а можно посмотреть всех? И ему понравился этот Тимберлейк среди всех вот этих вот тяг, туфлей крутых. Вот он выбрал вот эту. Ну, это прикольно. На белую, кстати, даже не посмотрел. Залайкаю. Когда начиналось, типа, знаешь, понял. Если понимаешь, понял. Это ваши любимые стримеры, блядь, на которых вы приходите вместо меня, сука, со словами паразитами, блядь, тупят, ничего не сказать. I be popping bottles, sparkles and champagne. VIP my section, royalty looking sick. Они как этот, блядь, который в Остин Пауэрсе, злодеи 2, блядь, понял? Большая его маленькая версия. Они как Крэнк и робот, в котором Крэнк сидит. Но это смешно, потому что здесь лям лайков. Что будете заказывать? Я хочу заказать. Чё, от Волокаса послушаем еще раз этот прикол про пиццу? Мне он нравится, послушаем. Пиццу, пиццу какую? Хочу. Какую? 4 сыра Мазерати. У нас нет 4 сыра Мазерати, у нас есть пицца просто 4 сыра. Ну Мазерари там, сыр какой? После пиццы 4 сыра. Сколько? 4 сыра. Ну 4 разных или 4 одинаковых? Там получается, смотрите, соус томатный, сыра менталь. Чеддер, дарблю и моцарелла. Какой дар? Дорблю, не дарблю, дорблю. Кто кого дарблю? Сыр называется дорблю. Я понял, Светлана, я понял. Мне 4 тогда сыра надо, это мне не подходит. Ну вот, это пицца 4 сыра. В ней сыра эмменталь, чеддер, дорблю и моцарелла. Слышно, но конкретно в эту пиццу они дорблю нормально насерили. Посмотри, она аж цвета этих, бля, гнилых болот. Но это вкусно. Это вкусно. Проблема в том, что в еду с дорблю могут подмешать какие-то человеческие выделения, и ты этого не заметишь. Ты еще наоборот слопаешь и будешь хрюкать, сука. Так, попросили ссылку от пацанов. Ссылка есть? I made this 3D brick texture using mostly just watercolors. It's for... Это без разницы. Ну что, как бы усилить? Слушай, жарко очень. Можно вот на висках перефот с нуля сделать. Mm-hmm. И массу это можно, ну, оставить немножко. Красить пепельный не будем? Что он сделает в итоге? Хуёво.
Убираем это все. Ладно, давай переход тебе сделаю, если пойдешь довольно. Он стал похож на принцессу Анастасию. These monsters are quite strong. Перекресток улицы Думская и Ломоносова. Сейчас здесь царит спокойствие, почти что умиротворение. Но с наступлением выходных картина изменяется до неузнаваемости. Сотни людей приходят сюда провести время. Да-да-да. Я буду, что ли? Нахуй ты со собой-то разговариваешь? А? Девушка, мы работаем, не мешайте нам, пожалуйста. В смысле вы работаете? Кем? Долбоебом? Перекресток. Он ее боится, бля. Я помню этот видос. Он ее боится, она его задавила своей уверенностью. А кем, в смысле, кем ты работаешь, долбоебом? Так, алкохимика не чекнул в ДИСе. А, в натуре, ну-ка, что-то напомните, что там еще надо сделать. Алкохимик, давай, захожу в ДИС. Так, Ага, реально, пиксельбот с собой в чате базарил, с ума сошел. А кто с Белоруссии? Плюс чат, братья. Так, ты смотри, там, это ваш за... Да я на пиксельбота уже насмотрелся, если честно. Подожди, what the fuck? Ченуарди мне показывает из скрины из этой игры про трех богатырей. Есть, белорусы все в чате. Даешь урожай. Это не для меня. Еще раз. А что тут надо делать, интересно? Свистеть свистульку? Прикольная игра. Ох, вот это арт тоже сильный. Видели, голубые глаза, ебать. Вот ты моя, блядь, детка. Вот ты моя бам-бам, блядь. Вот ты, сучка, блядь. О, бля, у меня такой же сейчас пестрон. Это вообще пиздец. Так, сейчас что-нибудь посмотрим еще. Теперь можно наверх залезать. Смотрите, какая она здоровая. Не знаю, что это. Блять, у меня для вас есть ТикТок охуенный, сейчас я вспомнил сразу. Пока посмотрите этот, я сейчас. А что, донат в углу неудобно? Там я где-то летит. Охуенный просто видос я сейчас найду. Вижу темно, пацаны, это пиздец, нам надо сегодня, мне надо каким-то хреном Сирус. Ладно, конкурс отдаляем на 4 дня, я напишу об этом в паблике. Сирус надо последнее долбать, но я думал его под конкурс, или что, или все-таки сегодня, или сегодня кино пойдем смотреть. Ну, давайте выбирайте быстрее. Так, сейчас я вам покажу этот ТикТок. Такс, это что такое? Это другой сорян. Так, сейчас. Я быстро найду. Блин, он мне так понравился. Наверняка он у меня даже в этих есть. Ну, вы поняли. Ага. Фу, а кто на Человека-паука сходил? Пацаны, вы хотите сказать, что я скуф? Или я просто стал взрослым и мудрым, как я говорил, и умным? Но это ж такое все говно, блядь, нет, все, мне нужно детей заводить, потому что это тупизна конченая, пацаны. Я завтра иду, я тебя поздравляю, тебя заспойлерю, это конченая тупизна, это блевотина. Чекни арт Neon Russia. Давай, где в Дискорде? Такс. Ты, говорит, ты стал дурачком. Нет, пацаны. Блять, я стал просто нечто, я просто кто-то, блядь. Я просто нечто, пацаны. А кто ушел, потому что считает, что я стал не такой, потому что тот остался на том уровне развития. Дебиловатым. А я нечто. Так, сейчас, подожди-ка. Это очень странно, я теперь не могу найти этот ТикТок. Так, ладно, может быть, я его оставил в сохраненных. А, есть, нашел, да, конечно, его оставил. Сейчас покажу вам. Скину его в Дискорд.
Короче, вот такой же, вот такая же AI загенерированная, вот такая вот фигня, типа видосик загенерированный AI сеткой. И только там, короче, сюжет такой. Тип садится за руль. А, не, не буду спойлерить. Чинарди, а что я тебе сделал? I'll see you tonight. Be careful. Why? It's ducks mating. История называется Duck Story. Сгенерированы и звуки, и видеоряд. Season. Don't be silly, I'll be fine. What do you have there? Oh, just some beer. Please don't drink and drive. Who do you think Please I am? Please don't drink and drive. Он, короче, взял с собой пиво в тачку. И она говорит, пожалуйста, не пей, не води и не пей. Almost hit a duck. It's such a long road. There's nothing to do. It's taking so long. I'm bored. Он говорит, нечего делать, мне скучно. Она опять спрашивает, пожалуйста, не пей за рулем. Он такой про себя, кто надо быть, я такой. Я могу попить пиво, если хочу, со мной ничего не случится. А нет, утки. Утки жесткие, если честно. Бля, я в такое кино посмотрел. Он еще про себя подумал. Он еще про себя сказал. Кто надумает, я такой? Типа, я могу выпить пиво, если захочу за рулем. Блин, говорит, нихуево стало. В конце жуть. Да не, все нормально. Так, это что такое? О, бля, султан сидит, посмотри, что. Сколько джинов в этих бутылочках, интересно. Вот это да. Голова отца. Ой-ой-ой, хорошо. Тапки тоже домашние, но красивый сидит. Вот это интерьер. А тут что, бабы? Голые, красиво. Уважаю. Так, что я там еще не посмотрел? Юрнира. Так. Юрнира скидывал майку. Майка хорошая, кстати, потом мы покажем. Так, там Дишкан. Подожди, мне нужно было от кого посмотреть арт? Еще раз, пожалуйста, скиньте мне. Warcraft 2, падение Лордрона, тизер трейлер. Че, вышел, блядь, трейлер второго фильма по Warcraft? С тех пор как орки. Да ёб твою мать, с тех пор как орки. Вторглись в наш мир, минули сотни лет. Мы никогда не верили в древние пророчества. Всю жизнь мы слепо ненавидели тех, на кого указали отцы и деды. Пока небеса не озарились огнем и не явился новый враг. Netflix? Подожди, это что, блядь, прикол какой-то? Долгие фейк, да? Годы в нашем мире царил покой, но его дни сочтены. Скоро все они превратятся в нежить. Весь город должен быть очищен. Сколько мертвых. Не могу поверить, что все это дело рук Артеса. Я кавил, бля. Но выглядит как нарезка из кадров первого фильма. Слишком быстро сменяются кадры, чтобы это было что-то цельное, да? Я рисковал своей жизнью, чтобы ты стал королем лучше, чем те, кто были до тебя. Я был типа лич. Я не стал. Найс. Ну да, последняя сцена супер фейково выглядела. В любом случае прикольно. Так. Да не майку, так, Дишкан что-то скидывает. Так, Дишкан скидывает какой-то арт. Что это такое? Их, йоу! Так. Это было хорошо. Это было хорошо. Так, что тут еще? Чинарди. Чинарди, что такое?
Так, Неодим, я вижу твою майку. Мне казалось ли это от что-то... А, это от Neon Rush. А, так это да, это нет, эту пикчу мы рассматриваем сегодня весь стрим. Вот это лего-набор отличный, вчера на спешном темпе соберешь. Я теперь не могу лего-набор, после того, как в комментариях к посту кто-то написал то, что Ярик появился, что типа Ярик это как новый я, появился, когда у меня капнуло на лего-фигурку, типа он родился. Я теперь засыпаю с этими мыслями. Так, что это? У меня есть такая. У меня такая есть. Так, это что? Пацаны, можно еще раз посмотреть про уток и пьяного водителя? I'll see you tonight. Be careful. Why? It's ducks mating season. Don't be silly, I'll be fine. What do you have there? Oh, just some beer. Please don't drink and drive. Who do you think I am? Just almost hit a duck. Почти врезался. It's such a long road. There's nothing to do. It's taking so long. I'm bored. Please don't drink and drive. Who does she think I am? I can have a beer if I want to. Nothing bad's gonna happen to me. One beer. Who's gonna know? Oh, fuck up! Shit! Oh, no! Бля, я не могу, это супер, бля. На вот. На вот ссылку. Так, не один, что там спам, пацаны, если что-то надо. А Смурфик, кстати, я не уверен по поводу денег, я ничего не оформлял, чтобы у меня были деньги от подписок. Куда мы нажимаем дальше? Так, это мы выключаем. Что, когда в игру эту поиграем? Ой, пацаны, блядь, ваше мнение насчет того, что скорость света совпадает с координатами пирамиды Гизы, это как вообще понимать? Это надо на шизостриме разбираться. Так, беременным 16 мы теперь не смотрим. Отказываемся от идеи. Давайте что, еще парочку тиктоков? Давай. Говно. I completely broke the universe. And now there's no one to defend us. Скоро дебильное говно в кинотеатре. 14 июля, естественно, не пойду. You are in so much luck, bitch, because someone just sent me this on Instagram. Ну тот мужик чисто скуф. С такой хуйни, бля, угорать. Чисто скуф. А вы меня называете. Чекни, уже там короткий. Давай, брат, давай. Я уже слышу. Уже слышу что-то гениальное. Это прикольно, слышишь? Ссылку в чат скину. Охуенно. Так, что тут скинули, а ну-ка. А, другая музыка, другой звук. Another sound. Так, ну-ка еще чуть. Pilot. Yeah, he's a pilot. Great. You see, this is a threat. We love Pakistan. My pleasure, my country is dead. When I will grow up, I will be the scientist like Dr. Abdul Qadir Khan, who helped Pakistan making the nuclear power. Inshallah, we have a bright future. We have here students who are going to make Pakistan a great nuclear nation. When I will grow up, I will be.
Но я видел этот видос. Довольно прикольный видос. Так, что тут еще есть? Тут пока что все в порядке. Да, о, бля, пошло дело, поехало. Пошло дело, поехало. Ёб твою мать, это что, от смесителя, что ли, этот? Шестигранник, или как там она? Болт амитрипилин. PSP, старая, древняя. Тут все есть, тут есть все. Главное, что мой стрим. И два экрана, это важно. Блядь, пивковый... Подожди, что? Пивковый майонез? Я стесняюсь спросить. А, оливковый, слава богу, блядь. Я уже, блядь, так обрадовался, думал. Бля, наконец-то придумали. Я уже думал, пивковый майонез, блядь, появился. Правда, оливковый хуйня полная. Так, ладно. Заткнитесь, нахуй, дальше смотрим. 565. Smile face, smile face. 5-6-5. Так, давайте... Пивковый майонез. Я реально долго соображал, думал. Нихуя себе вкусно думал. Ну быстрее. Назовите ваше имя. Яковлев Дмитрий Михайлович. Хорошо. Назовите вашу любимую игрушку детства. Ванька, встань-ка. Теперь поднесите лицо к камере и скажите нормал фейс, чтобы я запомнила ваши черты лица. Нормал фейс. Нормал фейс. Блин, какая ошибка. Animating 3D characters has never been easier. Cascadeur is a free 3D software which uses AI to rig, pose, and animate your 3D characters. With the help of AI, you can create incredible looking animations faster than ever. With a minimal amount of keyframes, AI uses... Тимур, что думаешь по поводу этой темы? Тимур, давай я тебе покажу пару видосиков, и ты мне скажешь, что ты думаешь по поводу этой темы. Так, ну, например, да? Сейчас где тут что-нибудь есть. Attention, all 3D artists. You can now turn any video into complete 3D structure using NVIDIA's newest AI tool, NeuralAngelo. It'll take the detailed structures of any regular 2D video and use AI to create detailed 3D geometry. It also captures the complexities of materials on the... Есть еще жестче. Во-во-во, Димур, что думаешь? Things are wishing new and сейчас это еще было интересно. Things are wishing everything you know about 3D animation is gonna change forever. Wonder Dynamics have released an AI tool that not only replaces an actor with a 3D character, it rigs it and lights it to match your scene as well. It completely eliminates the need for a mocap suit and allows you to export out the character's rig to your 3D software. You can also... Тимур, думаешь что-нибудь по этому поводу? Also export out the camera's tracking, masks, and clean plate as well. Wonder Dynamics now says that you're only going to be limited by your imagination. Everything's a wish anew when starting out in Blender. Animating 3D characters has never been easier. Cascadeur is a free 3D... А, ну вот это мы только что смотрели. Things a wish anew and here's how I made... You may never have to texture a 3D model ever again. The team over at CG Monastery have released a plugin that utilizes the power of AI to completely texture a 3D model for you. А теперь Аишка сама с помощью Midjourney рисует и текстурирует, короче, модельку, да? И последнюю, последнюю. Here's how you can... Things are wishing... I mean, come on. Things are wishing you... How I design... This bitch is my recital. Three reasons... Где она? My girlfriend... Things are wishing... Быстрее. These three AI tools are going to completely change the game for 3D artists. You can now generate full 3D. Ты можешь теперь загенерировать полностью 3D пространство через промпт. Еще раз смотри сюда. These three AI tools are going to completely change the game for 3D artists. You can now generate full 3D environments using Skybox Lab. With a single text prompt, you can create 360-degree worlds and try out all their different styles to completely change the result. With Poly, now allows you to create detailed textures for your models, complete with texture maps which you can scale up to 8K. And Spline AI allows you to create 3D scenes complete with dynamics. Любые, прикинь, любые. Тимур, я имею в виду не то, что у тебя что-то там плохо, а теперь ты сможешь один выполнять работу для 10 заказчиков. Куча-куча, бомбить с них бабки, рубить, стричь, и сидеть куча аишкой, на-на-на-на-на, забирай. Прикинь, это же, бля, какой буст. Тимур, помнишь? Это панорамная картинка HDR. Мне подходит.
Собачка. Доброго вечора, ми з України. Ясно. Why does laundry smell better if it's been hung to dry outside? Well, it turns out it's actually science. Подожди, реклама. Бля. Love Jerry because of this guy. A black and white. Пенисы. Люблю пенисы. Пидоры. О, бля, осуждаю в натуре. Вот это хуйня. Aliens, but we just... We just think there's somebody else, but we're the ones who came from somewhere else. Конечно, за ТикТоки пошли потихонечку. Так, это Альфред Ворден, Аполло 15, астронавт. Because somebody else had to survive, and they got in a little spacecraft, and they came here, and they landed, and they started civilization here. That's what I believe. And if you don't believe me, go get books on the ancient Sumerians and see what they had to say. That's a whole different discussion. Он несет еще за теорию то, что на Земле также появилась разумная жизнь, раз, что кто-то сюда прилетел, зачем-то остался, то ли у них была какая-то, ну, plane crash, типа катастрофа или что-то типа того, и они остались здесь жить и делать здесь детей и любить друг друга. А если вы не верите, пойдите и прочитайте книги шумеров какие-то. We are the aliens, but we just... Честно, мне Диабло как говно. Ну, в плане сюжета. До high-end контента я не доходил. Не знаю, что там фармится, не фармится, как там играется. Мне слабенько. Нет желания играть. Что такое? Так. Так, спасибо большое. Я своего парикмахера руки ебал. Я его глаза ебал. We just think there's somebody else, but we're the ones who came from somewhere else. Because somebody else had to survive, and they got in a little spacecraft, and they came here, and they landed, and they started civilization here. That's what I believe. Понятно. Вот, мам, вот как дела. Смотри, обиделся. А теперь расскажу, почему. Вот здесь намесил бурду. Молоко, вода, шарики для Смайла. Еще поссать туда хотел, а я ему сказал, нельзя ссать туда. Он обиделся теперь. Стоит вон на меня, обижается, что я ссать не дала в стакан. Дит, алкохимик начало. Что за ерунда такая? Вот обижается теперь. Вот, мам. Вот. А, смотрел первый Варик, тебе понравилось? Стоит глянуть? Ты имеешь в виду фильм «Варкрафт»? Это очень, очень неоднозначная тема. Это на целый вечер рассуждать. Why are you mad? Leave me the fuck alone! Честно сказать, мне тоже не важно, какое настроение. Если я слышу «за-ми-на-ми-на», то я начинаю танцевать, и у меня все счастливо в жизни происходит сразу же. У вас так же? О, есть. Замина. Так, чек не коротенький в Дисе. Да, брат, конечно. Все, что ты пожелаешь. Орех. Ну, нормально. Так, все, нормально. Так. Ой, блядь. И прикинь, я подумал, что это у меня. Орех. Бро, ты в порядке? Ты давно не писал пон в комментариях. Ай, сугу, спасибо, мой. Ого, спасибо большое. Ничего, Арди, бля, терроризирует меня в Дискорде. Бля, зачем ты так со мной? Ты очень груб со мной. А потом я говорю, Чинуарди, что такое? Это я у него спрашиваю. Чинуарди, что случилось? Ты грустный. Почему я грубый? Я всего лишь говорю, что я собираюсь тебя забанить. Цикада, твою мать, что это за... Так, уебак. Так, бля, извини, тебе что-то я выкинул с парой планшетов, я просто все сильно. Парла планшеты. Но если все в силе, то разберемся. Ой, блядь, я забыл, мне сегодня надо кое-что сделать, цифровую печать зарегистрировать. Что такое пон? Что за пон? А, я уже напиздел на Парбла, да, уже ничего не получится. Ну-ка посмотрим, что там. Параллельная вселенная, где Дрейк влюбился в кошку.
Она в джинсах. Реал-бизнес предложение в Дисе. Я не знаю, меня вот эти видосы с нейросетки просто охуенно заводят, если вы понимаете, о чем я. Участвовал с этой Гринкой в конкурсе Пута, как тебе? Чату очень зашло. Мне понравилось, надеюсь, оценишь. Он шашлык. А, это шашлыки, блять. Я думал, это приемник. Мне понравилось, прикольно. В моем конкурсе будешь участвовать? Ребят, есть еще время нарисовать, либо сделать смешную футболку, либо нарисовать что угодно по Варкрафту. И будут подарки, призы, подарки. Так, тут скинули какой-то видос посмотреть, давайте узнаем, что это. Подсос номер 5. Я когда сказал школьникам «пон», они были в шоке. Типа «пон», «пошел он нахуй», у них расшифровывается. Что, серьезно? 56 просмотров сюда. А я должен петь? Надоел, акселя забыл. Тимуру опять учиться. А Коля богатый, про нас забыл. Два раза забыл. Но Ярик, он совсем не такой. С ним на стриме Макс снова герой. Поддержит юмор самый тупой. Кришна валит. А я просил. Я попросил его, а опять. О, как намаялся я с тобой, подсос Максима номер 5. А я простил его, напрасно, видимо. Теперь страдаю от этого, смотря стрим записи ВК. Да, это такая хуйня. Ярик, это подсос номер 5. Спасибо большое за... Подожди, а что происходит? Сколько времени? Сенаты поешь? Ёбаный в рот! 00:30 ночи! Вы что, угораете мне? Они мне караоке скинули, чтобы я пел. 00:30 ночи! Я что, ебанулся? Блядь! Насерил соседям. Have you ever downloaded a new game? Чё? Маэстро, можно? Да, не, ну это сильно, пиздец. So what if we make a selection like this all around the hills? Так, сейчас у нас пойдет вся вот эта тема про новую фишку фотошопа, уже видели? Я не знаю, вы меня называете скуфом, а сами вы по себе молодняк, вообще не образованный, блядь. Вы в курсе про вот эту вот тему в фотошопе новую, где AI делает все за вас? N-L-A-T. Я вообще не знаю, мне кажется, что Photoshop должен у каждого стоять. E, all in Photoshop. And let's see if it can replicate what we used to do in ours. Добавляет озеро. Бамс, вот оно озеро. Okay. So what if we make a... Легко. Овка, чел. Чё да, блядь? Вы, сука. That's fun too, you know? Shadow Rich Gang just took your soul and you're never getting it back. I'm being gangstalked by the CIA. Подожди, это реальные записи? Они в Уганде обычно этим занимаются. Такую ахинею придумывают. Прикинь, что делают. Нет. Убери, говорит, страшно. Меня никто не заставляет, я хочу поиграть. Ну, а если ты проиграешь? Не будет скандалов. Ну, я у тебя забираю деньги? Да. Ты на свои деньги? Да. Ничего бушевать не буду, проиграй, проиграй. Говори. Я не... Ты ебан, ну задай, пожалуйста, Миша. Я не могу понять, что ты хочешь. Отдай мои деньги, ты хочу повинуть, что меня закрыли, ты говорю. Отдай, пожалуйста. Сейчас приедет полиция дальше. Зачем? Отдай меня, иду, пожалуйста. Выключи этот вызов, сейчас придут, отдай деньги, пожалуйста. Приедет полиция. Меня никто... Компания ищет людей, говоря... Are you hungry? Let's go, Makan. Don't know where to go? Come to Hayoe Inn, Kumilla, Bangladesh. Chicken roll, chicken burger, chicken chop, and many more. Yummy, yummy, in your tummy. Ну, худший кошмар оказаться в Индии по доброй воле. Моя семья роднее нет и ближе. Моя семья, моя награда. Этот малой, это же значит, он как этот... Он как этот режиссер фильмов, который еще был...
Где он был, сейчас я скажу. Тоже такой невысокий типочек, блядь, или это не тот, подожди. Невысокий типочек в таких американских комедиях играет. Похож на него капец. Балабанов? Не, как депутат, да, маленький, реально. Шьямалан, Джек Блэк? Нет, какой Джек Блэк? Дэнни Девито? Нет. Помоложе есть такой. Он потом стал на кокаине сидеть, похудел сильно. Джона Хилл? Ну-ка, да, по-моему, что-то подобное. Ну-ка, проверим. Джона Хилл? Вот как Джона Хилл? Вот как вот он, да, похож? Похож? Есть что-то, да? Джона Хилл, Fat Version. И теперь только худого кидает, где он на кокаине обсиделся. Но все равно похоже. Сколько у нее зрителей? Блять, больше, чем у меня. Уберите. Умно. А дальше смотреть не будем, да? Пиздюки смотрят, прилипли к стеклу, это пиздец. Умно полез туда с руками к аллигатору, не понимая, как с ними обращаться. Выключаю. Абонент не хочет вас видеть и слышать никогда. Свое сообщение можете оставить себе. Это говно, фейковый прикол на 168К. Это педофильская тема. This is how I plan to make 100K this summer with AI. I've made 5K. Собирается заработать, пошел отсюда. Пацаны, это не мое, я отвечаю. Я не знаю, откуда это взялось, я не подписан. Ёб твою мать, чё показывает? Ёбану. Ну нахуя так? Ой, случайно. О, это моё. Мне кажется, с животными и людьми, у которых разный цвет глаз, что-то с ними особенное, необычное, вот что-то такое, не знаю, знаете, не похожи они на других, как будто бы они, что-то у них такое есть, не знаю. Типа, странность какая-то, особенность своя. Да, они абсолютно ёбнутые, вы замечали это? Люди с разным цветом глаз невменяемые. Я видел три таких человека за жизнь. Это пиздец был. Мион агент консчастный за Эйджа, вот это сгетинный, все сгонуешь. О, let's have some of that. No, this is good stuff. О. عشان ما تزعلش على نفسك, ابعتها له, خوشه. Я хочу на это пати. Я понимаю, что это прямо очередной повод надо мной порофлить, да? Какой я уебан, какой я тупорылый. Чё-то... So this is an image that I shot at... Чё тут? Заработать, пошел отсюда. Пацаны, блядь, это не мое. Я отвечаю. Нихуя я не знаю, себе. Куда это взялось. Я не подписан. Ёб твою Ого. Мать, что показывает? Ёбану. Ну нахуя? Бля, пацаны, не знаю, что это было. The beach not too far from here. There's a lot of power lines and everything along the beach, and so you can't get too wide of a shot. Сорян. Это тоже не про нас, это тоже. Здесь что-то есть? Кого? Че вы говорите? Ебя, сука, лошадь ебаная, можно поцеловать тебя или нет? Ну еще, больше ничего не надо.
Помни этот видос. Можно тебя поцеловать? Тебя, сука, лошадь, типа. Чек, не донат, я тебе два прикола скинул. Гидман, прям сейчас будет. Я прям сейчас, чек. Альфач, да? Можно я тебя поцеловать? Он так романтично просит. Всего лишь поцеловать. Ничего больше. Я хотел... Кстати, мне надо прочитать все донаты. Я хотел написать Donation Alerts, у меня вместо этого вылезло взрослый BB Standard RSEC. Я бы знал, что это такое. Я бы, может быть, и не показывал вам взрослый BB Standard. Ну, может быть. Так, Donation Alerts. C++ для начинающих. Так. Приколы пошли. Приколы поехали. Так, с 7 числа, да, мы читаем вот отсюда. Так, Дэйма зачитали, это читали. Панч Грин, там анимешные титьки жопы. Ну дай посмотрю, что это такое. Что ты имеешь в виду, просто узнать бы. Что это? Какая-то новая игра в стиле Genshin Impact? Я уже не могу. Я уже не могу. Максим, ты самый... после последнего стрима, где мне рассказали про игру Hit 2, я уже ничего не могу. У меня все вяло. Торбежки вернулся, вкусно поел. Так, пост держим всем коллективом. Это читал Максон. Так, это читал. Так, что последний раз... Так, это читали. Долгое время смотрел, а так это читался. Ага, Макс, я же за стрим, который на протяжении 3 лет, неделю захожу к тебе. Ну, слушай, 3 недель. Он уже вот-вот, он уже почти-почти. Макс, отложи, пожалуйста, конкурс принтов на 3-4 дня. Именно принтов? А еще, если ты сможешь подрубить до вторника, то я буду очень благодарна. До следующего вторника? Ну, окей. Ладно, конкурс, значит, чуть-чуть перенесем, задержим. Макс, забань этого клона Ченуарди, блядь. Как же он надоел. Ребенка с синдромом дефицита внимания. Маленький гномик. Это кто пишет про него такое? Почему я не понимаю такое отношение к человеку? Ченуарди, не обижайся. Это, скорее всего, специально тролль делает, чтобы на эмоции вывести. Кстати, что у меня по Сирусу? Сирус уже на месте. Привет, окончил курсы по программированию и встал как вопрос, стоит ли увольняться с завода, искать работу айтишника или не рыпаться, пока не возьмут. От тебя зависит моя жизнь, денег на полгода. Подожди, что? Я не понимаю, подожди, а ты уверен в том, что ты можешь зарабатывать айтишником после курсов? Или ты типа на верочку, возьмут, не возьмут? Не рискуй, не рискуй. А как тебе мешает искать работу айтишника то, что ты ходишь на завод? Это же, блядь, онлайн делается. Нет, разве? Вечером сел, собеседование прошел, задание тестовое выполнил, выслал. Сиди на заводе. Ты что, хочешь побыстрее свалить, да? Кстати, у тебя денег на нормальный донат набралось, а то что-то я не понял. Так, спасибо за стрим, зацени. Спасибо большое. Так, давай заценим. Что это такое тут? О, блядь, этот в Diablo 4 играет, стрим смотрит. Флэш, его еще продают, от него же дети умирают. Но, в принципе, все нормально. Паттерн прикольный на стенке. Так, Димка стесняется скинуть. Очень красиво спел 2 нежные песни. На фон можно врубить. А ну-ка давай, 2 нежные песни от Димы. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold some dear. Подожди, это нейросеть или реально он спел? Это нейросеть ведь, да, правильно говорю? Что-то они уже совершенно, блядь, выходят, отбиваются от рук. Хорошо поет. Нейросети, да? А, блин, не могу поверить. Вот если бы Дима реально взял бы, доспел этот трек. Реально он. Реально? Ой, как же он сладко поет. And you don't even think that they can't. I am folded, I am faded, I have lost it all alone. And you don't seem the lying kind. A shame that I can meet your mind. And all the things that I rethink. And all that smile that we both shared. And you know I don't mean to hurt you, but
Какой голос, как красиво, Дима, блядь, Дима, тебя бы любили в 10 тысяч раз больше, если бы ты просто взял бы и спел нахуй. Когда ты на эстраду пойдешь, Дима, я хочу, чтобы ты был как Верка Сердючка на всех каналах. Такой красивый голос, как же красиво. Так, а второй трек? Слушай, слушай, это Гидман делал? Гидман, а ты можешь, короче, по запросу сделать? Можешь сделать тоже из того трека, который мы сегодня несколько раз слушали, который I'm falling in love. I'm falling in love. Вот это вот. Сможешь? Ты понял, о чем я? Учитывая, что Дима вроде вокалом занимался еще, он же вообще разъебет всех. Да он стесняется просто, он всех разъебет. Ссылку уже кидал на первый трек. Understand the things I say. А ты что, подожди, Кранберис, что ли? Don't turn away from me, 'cause I spent half my life out there. You wouldn't disagree to see me. To think do you like me? Этот трек, прикинь, я его не признал. Это который You are my baby, my baby. Ладно, не этот, но вы поняли. Do you like me standing there to notice my motto to know that somebody love you? Do you see me? Does anyone care? Or could be that words would I want young and we didn't give a damn, 'cause we were raised to see life as part of taking it if we can. My mother, my mother, she told me when I was out there. My father, my father. Что-то он съедает слова. Ну-ка, можно я напомню себе оригинал? My mother. Ох, перед мной что-то вавал, сяды и саналя, ны гева чума, то пряды и сном, что-то в оригинале. Жалкая пародия на Диму, кстати. Я почему-то... У меня такой эффект, когда Гидман скидывает треки, сделанные нейросеткой. Я такой думаю, о, как же охуенно, послушай эту песню в оригинале. Включаю в оригинале и понимаю, что мне от нейросетки нравится больше. Чё за прикол? Чё за прикол? Мамазар, так, дай совет, как третья непредвзятая сторона. Хочу на ДР себе взять Switch с игрушками, ну там Чопик, Зельда, Метроид. Что думаешь по поводу Switch'а? Слушай, я думаю, что я не только я думаю, любой пользователь Switch'а это подтвердит, что Switch он берется ровно на один день. Ты играешь в него в один вечер, во второй вечер ты не возвращаешься. Особо, знаешь, эти, как их там, Зельдобои, как их там, Нинтендобои, будут себя надрачивать, сидеть каждый вечер, включать что-то. Но по факту это слабая приставка. И вообще, если бы ты был большим любителем всей этой темы, ты бы уже не спрашивал бы, ты бы как фанат купил. Тот, кто так-сяк, приставки не играет, не очень любит, просто ради прикола посмотреть, оно слабо заходит. Очень дорогие игры, надо все взламывать и все такое, играть без онлайна. Так. Так, давай посмотрим. Сидит там, блядь, смотрит на фест. Еще песня от Гидмана, а ну-ка.
red dark as I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. My feeble girls will buy dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black. With flowers and my love hope never to come back. Так, подожди, а что-то по Шакире было? А можно Гидмана, можно мы кто-нибудь из нас Заку-Заку споет? Зака-Зака, хой-хой, как там это пелось, подожди, Шакиром? Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Африка, вот эта тема. Заку-Заку можно? Да, 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 да. Вот это теперь, кстати, мой любимый трек. Вот это. Good in your ear. And you know what they say, I'm gonna hurt you. And you know that it means you're my life. Ой, как хорошо, ёб твою мать. Как приятно. Мне ж руки трясутся. Чё, продолжим по ТикТоку? Автостопом по ТикТоку? Всё, Гидман, я тебя поймал на слове. Музыкальный вечер сегодня. Посмотрим. А что у него еще есть, ну-ка? Превьюхи топ. А еще был какой-то тип, который тоже какую-то песню напевал. Вот такие. Все, не кричи. The night challenge with the Samsung Galaxy 23 Ultra. Реклама. Ебать, они суши хавают. Такое только есть в Новомосковске. Можно увидеть. Бомжи под балконом. Суши. И водочка. На природе. Дети бегают. Все класс. Задушевные разговоры. Это все заебато, отвечаю. Тоже хочет. Девочки, а мы на игнор. О, блядь, у него Монобанки стрим. Монобанки хайтер. Или у нее. Или... Бля, у меня зрителей больше есть. Так, ну что, любимые, дорогие. А можно, типа, смотрите, позвонить в Монобанк? И, допустим, спросить, и пожаловаться на хайт. Забанили? Сообщение. Что-то не идет. И они должны разобраться. Давайте. Давайте позвоним сейчас в Монобанк и проверим, как они работают с хейтом. Блять, он выглядит как батл тот. Как боевая жаба, блядь. У нас большой жирный донат пришел. И... Надо, кстати, свои тоже прочитать. Нет. Что это такое? You've probably noticed that Blender doesn't let you zoom in any further at a certain point. Zooming slows down. Убери, выключи, подожди, пацаны. Отвернитесь на секунду. А что с ней? I've been using L'Oreal Man. Let's find out what these green zombies. First time. Он сегодня похудел там или что? That looks like salad.
Ну, это старый мем. Did you just take one? No. That never happened. Put it back! I'm gonna starve! Старые мемы. Да, где-то похудел, проверяй. Corn. Here I go. Блять. Since everybody hating on my alcohol content, I figured. Пожалуйста, интернет. Вернись к нам, пожалуйста. ТикТок закончился? Мы прошли ТикТок? Есть, есть, мы победили ТикТок. Так. Что проверить еще, где посмотреть? Так, теперь я буду спрашивать, таксист, знает ли они, когда с моего был говорит, что он сменил фамилию, смог я, свой таксист, мой вас сказал, Максим, что он сменил фамилию, что тут происходит? Кто такой Максим Смоленцев? Нет? Да нет, нет. Я слышал, он сменил фамилию на Смолке. Подожди, что, блядь? Ну-ка, дайте посмотрим это видео. Тип мне пишет. Я сошел с ума, теперь я буду спрашивать у таксистов, знают ли они, кто такой Максим Смоленцев.